Всем привет! Сегодня у нас очередная распаковка. Сегодня в распаковочке у нас будет... У нас сегодня будет адаптер для ноутбука. Так, ну давайте откроем, посмотрим, что нам прислали. Так, открыли, больше у нас здесь ничего нет. Скальпелем прорезал даже пакетик этот. Ну, в принципе, ничего страшного. Так, давайте теперь рассмотрим, что у нас. Это у нас адаптер питания для ноутбука Sony. Модель ZH19547. Напряжение у нас 19 вольт. Выходной ток 4,7 ампера. В середке у нас плюс. Снаружи у нас минус. Так, смотрите, я заказал именно адаптер питания без вот такого вот провода. Потому что такой провод можно взять со старого вышедшего из строя блока питания. То есть по факту можно сэкономить рублей 100-200 за вот такой вот провод. Так, давайте мы сейчас проверим, работает он, не работает. Для проверки мы воспользуемся вот таким вот мультиметром. Мультиметр покупался также у нас на AliExpress. Так, сколько? Вот так вот. Так, середка у нас получается, давайте, чтобы видно было. Середка у нас плюс, этот минус. Ну, видно, не видно. 19,7 вольта выдает. То есть адаптер питания этот исправен. Так, ну на сегодня все. Как всегда, ссылки на товары из видео будут под описанием. Если у вас не вернулся адаптер питания, то можно незадорого купить вот такую вот вещь у наших китайских друзей. До новых встреч! Подписываемся на канал, ставим лайки. Пока-пока! Покупаем вот такие вот адаптеры питания.